Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. 16 мая, и у меня вот Маришина герань, сорт принцесса там какая-то. Вот первый бутончик, такой красивенький, ой, такой красивенький. Великолепный, розочкой такой, цвет камера не такой дает, где-то лососевый такой цвет, нежно лососевый, очень красивый, великолепный сорт. Спасибо, Мариша, тебе. Но герань вот эта красивенная перед входом мы здесь повесили на кошечке. Так, здорово. И с этой стороны киса держит их. Но здесь одного сорта. Мне нравилось смешивать в одно кашпо несколько цветов герани. Теперь так и буду делать. Вот сейчас. Красота. Принцессу расчеренковала. И сейчас ставлю вот в вермикулит, вот в такие емкости. Вот так, начикала я черенков. Теперь я их... Слегка они у меня подсохли. Опускаю в корневин. И опускаю в вермикулит. Понравилось мне в вермикулите укоренять. Вот так сейчас все череночки посажу в вермикулит. Вот такая красота у меня получилась. Много череночков нарезала. Это вот розовыми розочками. Это вот такими. Это я просто воткнула. И вот принцесска. Буду надеяться, что хорошо им будет. Вот, опускала в корневин, а потом вермикулит влажный поставила. И сейчас в тенечек где-нибудь расположу их. На укоренение поставила черенки. Вот так я укореняю черенки герани в зиму. Настригла. Обрезала в корневин и в вермикулит влажный. Вот за лето из черенка вырос такой кустик. Сейчас я его вот здесь чикну и расчеренкую. На укоренение отправлю. Это красные красивые светины. Так я с ними расправилась. Даже беру и вот эту часть неверхушечную и сажаю в кокосовый субстрат. Обмакиваю в золу. Понравилось мне, как колесы у меня в кокосовом субстрате прижились. Вот хочу попробовать с геранью это проделать. Начикала герани. Вот такую тоже разведу. И белый тоже. Розовых поначикала. Полно у меня герани. Люблю я. В общем, в этой у меня будет сборная. И белая, и алая, и розовая. Вот такие сорта. А вот этот букетик я сейчас поставлю в вазочку. Красота. Ну вот, вот такая клумба у меня тут получилась. Без всяких заморочек. Такой букетик у меня получился. Красота. 16 октября. Вот выкапываю герань и отправляю на хранение. Это вот один куст герани такой белой. И вот два куста.
Вот это да, мощненный кустище. Конечно, я его отправлю на хранение. Сейчас в большой горшок обрежу и в подвал. Хочется сохранить его максимально. Вот что осталось после стрижки. Модельная стрижка, но корневая мощнейшая. Вот сейчас я ее пересажу в горшочек. И пойдет она у меня домой. Такая вот обновленная, омоложенная. 16 октября. Вот сейчас посмотрим, как мои укоренились гераньки, которые бордовыми розочками цветут. Ну, в общем, основная масса хорошую корневую нарастила. Долго они у меня сидели в перлите. Уже им и питания не хватает, по идее. Но ничего, сейчас пришла очередь высаживать. Вот два только не принялись. Вот. И то они без верхушечки. А верхушечные все укоренились. Отлично. Сейчас по два буду в горшок сажать. Когда я заносила герани в дом, черенковала, пересаживала в горшки, я нарезала вот такой букет. Он уже сейчас, конечно, вид потерял. И поставила здесь вот у себя на камине. И что я заметила? Вот что я заметила, что здесь осыпаются семена. Представляете, они дозревают, похоже, и осыпаются. И я решила эти семена попробовать посеять. Интересно, что же у меня из этого получится? Кто-нибудь пробовал высевать свои семена? Поделитесь опытом, пожалуйста, это очень интересно. Вот я решила вот эту вот гераньку, которая вот не передает камера. Как высохшие розочки. Но такая она красивая. Вот я решила ее тоже поставить. И чтобы она... Семена созрели. Посмотрю, с этой получится что-нибудь. Но хотя она хорошо очень черенкует. Вот эту розочку тоже я поставила в бутылочку. И буду смотреть, созреют семена с нее или нет. 25 октября. Цветет вот эта моя красавица геранька. Сорт принцесса. Очень красивая. Вот на одном кустике сейчас 4 цветоноса с цветами. Красота! Сегодня 14 января. И уже они вот такие... Большие, вполне самостоятельные растения у меня. Прут в рост. Но я обрезку пока не делаю. Жду весны. А то сейчас обрежешь, а слабые пустят. Вот этот тоже у меня из черенков. Все вот висят вот в таких подвесных кашпо. И чувствуют себя прекрасно. Поливаю раз в неделю, стараюсь не переувлажнять. Вот на этом окне. Все такие огромные. Этот вообще вон почти метр высотой. Но не обрезаю пока. А вот этот Маринина принцесса. Вообще шикарный куст. Сколько я черенков нарежу. Обожаю гераньку. Просто обожаю. А какие-то черенки вообще сразу в грунт посадила. Ну, и мне кажется, даже и неплохо, и можно не заморачиваться с черенками в перлит, в кокосовый субстрат. Просто в грунт сразу сажать, да и все.
Так что герани будет у меня много в этом году.